В здании районной администрации состоялась 31-я сессия Совета депутатов муниципального образования «Северский район». Обсуждение повестки проходило с участием главы района Андрея Дорошевского и прокурора Дениса Жукова. Народные избранники рассмотрели несколько вопросов, в частности, о передаче нежилого помещения на улице Орджоникидзе в станице Северской, безвозмездное пользование отделу МВД России. О списании жилого дома в станице Новодмитриевской, находящегося в муниципальной собственности, дом по адресу Красная, 5, после затопления признан аварийным. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, были единогласно поддержаны депутатами района.